Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение. Номер 3 на странице 59 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. У Зои 9 монет. По 1 рублю каждая. Сколько всего рублей у Зои? Первый вопрос. Итак, 9 монет, каждая по 1 рублю. Значит, по 1 нужно взять 9 раз. При умножении 1 на 9 получается то же самое число 9. 9 рублей у Зои всего. Второй вопрос. Хватит ли этих денег, чтобы купить 2 булочки по 4 рубля каждая? Давайте сначала узнаем, сколько стоят 2 булочки по 4 рубля каждая. По 4 возьмем 2 раза. Получится 8. 8 рублей стоят булочки. А у Зои 9 рублей. 9 рублей больше, чем 8 рублей. Это значит, что ей хватит денег. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте.